сесть, понтануться, не буду матом говорить. Успокойся! Всем привет! Мы на Стандейс в Киргизии, город Бишкек. Столица вот это все мотодвижение. Классная атмосфера, мотоциклы, люди дружелюбные. Очень интересно наблюдать за развитием станта где-то за пределами России. Все, кайфуем, катаемся. Когда только движение начиналось, здесь более сплоченные, что ли, были мотоциклисты. Сейчас что-то все каждый сам по себе. Разобщенности больше стало. Станд, ну, по крайней мере, стал лучше. Потому что, когда я уезжал, кроме меня никто не ездил. В 2012 году, можно сказать, зародилось само название, сама команда «Казахстан». Ну, как выяснилось в прошлом году, что мы единственная команда, которая профессионально занимается стандрайдингом, ну, которая выезжает на какие-то шоу, что-то делает. Даже сделали станд-школу такой небольшой, ребята. Мы там прям целый месяц обучали ребят, которые просто загорелись, хотели научиться съездить на заднем колесе. Всех собрали, опять же, всем объяснили, насколько это, ребята, что это просто не так просто. Вы сразу с первого урока не поедете. Начали объяснять, несколько сразу человек отсеялось. Ну и мы туда два раза ездили с такой школой, с выездной непосредственно. Приезжали, жили там, обучали людей. Интересно. Интересно наблюдать, как люди пытаются именно овладеть данным, скажем так, навыком, балансом мотоцикла. Добро пожаловать в Кыргызстан, в нашу такую прекрасную страну, горную. У нас более 95% местности горной, поэтому Кыргызстан называют раем эндуро. Можно катать и катать. Сегодня, завтра проводим мероприятие, которое называется Stand Days. По сути, это получилось так, что с разных стран, с разных городов, это Россия, Казахстан и Кыргызстан, стантеры собрались и вместе тренируются. Движуха начинается, ребята на байках гоняют. Короче, сегодня чуть-чуть похолоднее, чем вчера, сегодня плюс 14, это октябрьская погода в России. Вот, ну ничего, мы держимся, вот сейчас чуть-чуть покатаемся и станет пожарче. Так, хорошие новости. Мы добрались до Иссык-Куля. Это вот это вот легендарное место в Киргизии и озеро. Такое ощущение, что где-то Средиземноморское побережье такое. Вот, очень-очень-очень кайфово. С одной стороны горы,
с другой стороны вот такая вот эта красота. Утром я должен скупаться голышом, пацаны. Вот эти горы. Кочевников 2018. Оказывается, мы счастливцы попали на это легендарное событие здесь, которое проходит в горах. У ребят куча квестов, много различных стран со всего мира сюда приехали, чтобы пострелять с лука, покататься на коне. Вот посмотрите, насколько здесь атмосферно, пейзажно и действительно душевно для того, чтобы все эти традиции здесь показать народам, соревноваться друг с другом на всяких квестах. То есть это практически как стантраник, но только на лошадях. Ну, как мы обещали, мы искупались в горной реке голышом. Конечно, кто-то голышом, а кто-то, блядь, не, разница. Кто-то в трусах, разницы нет. Это было... Ну что ж, ребят, мы сейчас на границе Киргизии, Узбекистан. Вчера был просто сумасшедший день, мы едва ли набрали сил, чтобы прийти в себя. Покатались с ребятами ночью, небольшое было такое как показательное выступление в городе Ош, это пограничный город с Узбекистаном. Сейчас будем закидываться в юрт. Иди. Кайсер. О, вошел вот, да? Блок, куйдань до коста. Какой-то копченый сок. Угощайтесь. А что это вообще? Кто объяснит мне, что мы пьем? Молоко лошадки. Молоко лошадки? На которое я вкарабкался? Да, вчера ты же катался. Хочешь добавки? Не, да пей, что ты, братан. Кто тебе еще, где ты еще выбьешь? Хочешь, я потом по дороге там я им поливал из окна. Это очень странный напиток, но ребята говорят, надо его выпить до конца. Молоко лошади. Дишат, ты что кипец устроил? Это, блядь, все из-за тебя. Вот так ребята здесь реагируют на мотоциклы, то есть мотоциклы это здесь новинку. Какой глупость скажет. Че не предупредили, что ебашить сейчас будем? Да, блин, честно, не предупредили. Мы двигаемся медленно на мотоцикле. Поджимаем немножечко сцепление, как будто мы с вами едем по пробке, да, где-то, ну, едем просто медленно.
Вот, и таким образом мотоцикл у нас двигается, заднее колесо дымит, мы потом можем круги делать, круги вокруг девчонок, круги вокруг полицейских там, да. Они не поймут. Сейчас мы берем паспорта в руки и пешим шагом будем переходить границу, таможенный контроль, Киргизия, Узбекистан. Дальше в Узбекистане нас ждет ряд городов, где мы тоже встретимся с местными мотоциклистами, посмотрим, что у них там происходит, покатаемся. А только что прошли мы границу с Узбекистаном. Мы прошли. Мы выжили. Первое впечатление опять камбоджийское. Лаос. Ну что, посмотрим, что дальше будет. Давай напоры. Киргизия впечатлила своим гостеприимством со стороны мотоциклистов. Все было классно, мы покатались, познакомились, будем готовить планы на следующий год. Вот чего ожидать от Узбекистана, я вообще не в курсе. Это Мальдивы Узбекистана. Жара здесь. Самая настоящая. Жара Манава. Как правильно? Начальника Манава, жара Манава. Метана Манава, правда. Здесь уже не такие живописные пейзажи, как в Киргизии. Но здесь в два раза жарче, и это круто. Сегодня 3 часа мы лазили по местному ПМС, чтобы нам поставили в паспорта печать. Это как типа, временная регистрация о нахождении в Узбекистане. Было весело. Теперь у меня, блядь, на пол паспорта нахуй ипучая какая-то печать. Добрались мы до древнего города Самарканда. Здесь сейчас будем впитывать легенды, мифы этого исторически мощного места. Те, кто хочет узнать, что такое Советский Союз, welcome to Узбекистан. Да, вот это уже посерьезнее. В исторически важном месте, куда приходили все караваны, где заканчивался шелковый путь. Ну, конечно, всю историю экскурсии я ничего не запомнил, даты тоже, но место стоит посетить. Очень атмосферное, живое. Гадание на попугая. Ох, апси, блядь. Это центральный рынок. Yeah.
burning. The key lay right walking. You know that it's on the furnace, but bitch, you beat it. Body bungee, fucking no beat it, running for wallet. Key lay right walking. You know that it's on the furnace. Timmy, Timmy, Timmy Turner. People wishing for a burner. The key lay right walking. В свое время самый-самый такой блатной, да, вот здесь такие тусовки были, короче, открытие байкерские, всякие там. Сейчас здесь уже как бы он работает на 70%, стройки все закончили, как бы не достроили. Мы в Узбекистане, в Ташкенте, с клубом, местным клубом мотоциклистов «Фалькон», «Тарасат». Устраивать экскурсию здесь на мотоцикле в этих живописных местах, которые мы еще не видели ранее. И это действительно круто. Спасибо. Мы всегда рады. Рады любим байкерам, райдерам. Мы рады всех встретить там. Мы очень будем рады, если вы будете приезжать. Это места действительно крутые. Know that it's on the furnace, but bitch, you beat it. Body bungee, but you know beat it. Body wallet, keep letting body walking. You know that it's on the furnace. Ну чё, как вам пейзажик? Вот мы в Калининграде после такого длительного путешествия по Центральной Азии. И это хочу я вам сказать, это было очень круто, много положительных эмоций. И самое главное, вот это путешествие позволило нам строить планы на следующий год. Впереди у нас поездка на Бали, много веселого, много фана там ожидается. Сейчас у нас будет скоро новое видео о подготовке к Бали. Бонжорно! Вот, очень жалко, что Андрюха с нами не летит. Ты слышал про мотопутешествие на Бали? Да, конечно, я очень хочу с вами полететь, ребят, но не могу. Бабок нет.